truth would be a lie. I saw her out on Friday night, misunderstood. She's ballin' for a guy, that cigarette, it needs a light. Pluck up the courage and invite her, know we're good. Cause I need this more than I. Что? Чё? Где, чё? Что происходит? А что вы тут снимаете? А разрешение есть на съем? Выбрал за границу 10 тысяч фотографий. Что за бред? Я так всегда делаю. Дома ты у меня так не делаешь. Могу и дома делать. Хочешь? Прошло так 2 часа. Я сплю. Прикольно. Вот это фото будет. Чиз. Девочки, такие девочки. Все. Нет, что нет. Это? Я буду... А как это работать? Что происходит? Как он включается? Ну... Он показывает нас. Да ты что? Дьявольская машина. Выкинуть ее. Владислава, время 2:20. Обращаю ваше внимание, что курение на борту нашего самолета категорически запрещено. Мы будем готовы к отправлению через 5 минут. При этом полет подаю занимание. Куда мы делаем остальное? Москва сидит аэропорт Внуково. Слава Зербой, да, дома Москвы. Меня зовут Эмилия. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к аварии. On Friday night, misunderstood. She's ballin' for a guy, that cigarette, it needs a light. Pluck up the courage and invite her, know we're good. Cause I need this more than just a one night stand. Need that honey when she hold my hand. Times like this. Миша говорит, тебе везет, не проскочишь. И там вот хаос начинается. По-любому где-то должен быть. Где сладкое обычно?
да, в тебе. При этом ни за что не будет стыкозиться, так как я. И потом будут менять на то, что... Не, женщина. Хотя, погоди, реально два мужика. Это джинсы, это брюки коричневые. Да, это брюки, я поняла, что... И у мужика тоже. Да там они оба. Нет, мужики. Серьезно. Серьезно. Потому что он недавно как раз на Алтай ездил, у него там очень крутые. В Братиславе тусуемся. Здесь русский перемешку с английским. В общем, все, что говорят словаки, можно понять. Вот. Все, что горит. Один раз мы гуляли с сестрой, что приезжала. И вот здесь, вот почему этот район уже поставлен, сидели, дарим. Ну так очень клево было. Хотелось к ним присоединиться, но понимала, что они говорят по-русски. Мы не к этому замку идем? А мы вообще к замку, наверное, не идем, да? Нет, к замку не пойдем. Аня, еще раз скажи, только громче. Слушай, если я ошибаюсь, не нафиг. Типа это главный собор, где короновали всех главных тетек и дядек. Австро-Венгрия. Будешь одной из тех, кто выберутся куда-нибудь и потом сотни тысяч. Да я сейчас даже. У меня мелочь тоже есть. Как раз 2 евро должно быть. Что? Вот. Вот этот. Так, на. Все, погоди. Сколько там получается? 90 центов. 90. Ну, 2 евро просто. Угу. Ставить теплые эти скамейки, чтобы люди сидели, согревались. Что-то подобное есть. ПГ? Я имею в виду, в парке Горького? Нет, в Питере. Ты дожить? Да. Схема метро и схема троллейбусов, трамваев, они разные. Ой, ну чем более метро? Только трамвай, автобус. Ну, имеется в виду, схемы разные у кого-то троллейбусов. Фига мне фотографировать кофе. А потом дальше остановка остановится. Здесь, наверное, пускай? Это называют громкость. Смотри, опять сейчас история. История. Thank you.
если возникшая останется, не украдет.